Где ты там? Ну да, конечно. А ребята создают здесь шедевры. Вот, вы видите, эти маленькие бабки сегодня только они работают, а там были 5-6 писателей. Все такие правильные. Сейчас будет. Это еще не восточного, это еще не он. Ах, это не он. Милая моя, это еще не он. Еще не мы не идем по вас. Базар уже начинает пахнуть. Я говорю, тут ревизором ходить трудно. А идем по такому турецкому востоку. Более всего Аку похож на хотя бы по. Ну, туда и выход к этому. Или, может, сюда выйти. Господин создает духи, задаете ему задачу, он наполняет алкоголем любые масла, и у вас получаются духи шикарные. Акшен или клуб, Улыбка шикарная. Во всех фильмах Лака, вот такой известный уголок,
разного уровня выжарки из разных регионов. Кофе, отличный кофе и травка локальная. Закар, макарон с кунжутом и заливковым маслом. Добавка здорового ко всему. Салатом. Часть того, что есть старый город. Уикли, алло! Выжимка тростника, мята, джинджер, мангровое вино. Облагораживает любой чай. Разновидность шалфея растет здесь. Любого качества чай превращается в шикарный. Ну, после добавки. Акшили. Спасибо ты. Всегда стараюсь сказать, что приятно. Яла, антами майра. Все, я покупаю. Чаще. Привет.
радость. Вот эти два ковша, это сыр, то, что называется кнафте. Это, я думаю, лучший десерт к любому варианту обеда, который есть. С черным кофе. Очень недорогой. My dear brothers, Leha, Assalamu alaikum. Так, а вы встаньте там, это видно. Видите, странное сооружение, на башню похожее. Сейчас я пару слов хочу об этом сказать. Так, я сыграю. Немножко земли. Фактор